Каждый день мы приветственно киваем друг другу в этих коридорах. Пересекаемся за кофе, перекидываясь парой фраз. Едем в лифте, обсуждаем погоду. Настоящему близко мы знаем тех, с кем сидим в одном кабинете. С кем бок о бок порой до ночи трудимся над проектами. Мы знаем имена их детей, важные даты, хобби и все о последних путешествиях. И мы знаем, что это по-настоящему талантливые и интересные люди. Люди, которые неравнодушны к миру. И каждый из которых может поделиться чем-то полезным. Как организовать сортировку мусора в офисе и дома? Как спланировать восхождение на Килиманджаро или подготовиться к ультрамарафону? Каждый из нас интересен по-своему. Мы — система, это не просто фраза. Мы — команда сильных профессионалов и классных людей. Пришло время познакомиться поближе. Мы начинаем новый проект. Системный завтрак. Серия неформальных интервью с сотрудниками АФК «Система» о хобби, семье, увлечениях, путешествиях и жизни вне офиса. Присоединяйтесь, будет интересно. Был голодный и безрассудный. Та большая мечта и цель, которой ты бежал, она исчезает, и внутри наступает полная пустота. В какой-то момент я понял, я не хочу наказывать сотрудников за что-либо, я хочу их вознаграждать за что-либо, потому что я почувствовал вкус вот этой победы, и мне хотелось это продолжить. Есть потенциал сотрудника, это как Lamborghini. Это как раз-таки в этом и прелесть этого приключения, что ты идешь, несмотря ни на что. Потому что когда мы упали, там было предбанкротное состояние, когда мы туда вылезли, мы стали в 4 раза эффективнее.